На прошлой неделе ведущая программы «Коммунальный детектив» Анастасия Карева вместе с юристом искала возможность помочь мурманчанке, которой пришлось заплатить за тепло дважды из-за недобросовестной работы управляющей компании. В новом выпуске телепроекта продолжение истории. Свою точку зрения представила компания «Ресурсник» Мурманская ТЭЦ. Не сохранил квитанцию, рискуешь стать должником. В такую историю после банкротства управляющей компании попали жители нескольких домов по улице Шабалина. Отсутствие квитанции по какой-либо причине долга за предыдущий месяц само по себе не говорит о том, что долга нет. Поэтому гражданину все-таки необходимо доказать факт оплаты. Ну, такой же позиции придерживается, собственно, и суд. Ресурсник тепло предоставил, а деньги не получил. Разбираются суды. В этом году мы планируем подать около 13 тысяч заявлений о выдаче судебных приказов и исков. А дальше судебные приказы и стук в дверь приставов. Последний запомнившийся мне случай был арест животного, домашнего, собаки. После... Она дорогостоящая или это вот двортерьер? Нет, это просто беспородная собака, после ареста которой гражданин произвел оплату. Арестованное животное не пострадало, оно осталось на содержании у хозяина, зато на одного должника стало меньше. Об этом и других способах борьбы с неплательщиками, а также что делать, если вы накопили долг и не можете погасить его в одночасье, смотрите в новом выпуске программы «Коммунальный детектив» в эфире телеканала «Арктик ТВ» и на сайте arctic-tv.rf.